Сегодня дроны выполняют много разных функций. Их используют в гражданских и военных целях. Технологии стремительно развиваются. Юные химчане продемонстрировали свои навыки в этой области на первенстве округа по авиамодельному спорту в классе гоночных мультироторных авиамоделей. Крылатые соревнования прошли в филиале «Ракетно-космическая техника МАИ». Мероприятие организовали, чтобы привлечь молодое поколение к изучению беспилотных авиационных систем. Почти все химкинские школы участвовали в первенстве. Юные авиаэксперты пробовали свои силы в 4 конкурсах, каждый из которых – отдельное соревнование с призовыми местами. Одному из участников, Ване Кулешову, 9 лет. Он учится в 3 классе лицея номер 10 и уже 2 года увлекается дронами. Я в дронах разбираюсь, и я сюда записался, чтобы летать, чтобы развиваться. Я считаю, что за дронами, ну, это будущее. Я когда вырасту, хочу обучать, но как летать на дронах. Я хочу стать тренером. Такие соревнования не только возможность проявить себя и побороться за победу. Еще это научно-образовательная площадка, где рассказывают о современных инновационных технологиях в сфере кибердронов. Все, что связано с дронами, делится на массу направлений. И каждое направление само по себе интересно. И есть возможность у детей реализовать себя. Это интегрировано сейчас в очень большой спектр человеческой деятельности, начиная от дрон-почты, киберавтомобилей, кибертранспорта, обучающих технологий. У участников первенства большие планы на будущее. Растут умения, растут и размеры устройств. На занятие меня привела мама. Мне очень понравилось. Я начинала сначала с большого черного дрона, который управлялся пультом. В будущем я хочу научиться летать на разных режимах. Учителя у нас очень хорошие. Прошедшее в Химках первенство – пилотный проект. По результатам организаторы планируют его доработать и масштабировать на другие регионы России. Елена Тараненко, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.